И сейчас нам осталось подняться туда. А теперь минутка не рекламы. Приглашаю всех, кто еще этого не сделал, присоединиться к нашей группе ВКонтакте. Там вы найдете актуальные новости, связанные с подземными коммуникациями, интересную техническую информацию о новейших технологиях в коммунальном хозяйстве, исторические факты о различных объектах и, конечно, много-много различных фоток этих самых объектов и их описания. Ссылка на группу будет в описании к этому видео. Присоединяйтесь. Вышечка. Вот сейчас по этой лестнице, которая держится на скотче, веревках и чьей-то упоминание о чьей-то матери, нам придется лезть около 10 метров наверх. А дальше начнется уже нормальная лестница, по которой мы будем подниматься, надеюсь, без приключений до самой вершины. Радиотрансляционная передающая станция в городе Галич является культовым высотным объектом среди любителей экстремального отдыха и индустриального туризма. И это неудивительно, поскольку на ее территории находится мачта высотой 356 метров, которая выше многих знаменитых строений мира. Например, Chrysler Building в Нью-Йорке имеет высоту 320 метров. Самая высокая достроенная башня международного делового центра Москва-Сити, Око-Южная башня, 354 метра. Всемирно известная Эйфелева башня 324 метра. И даже доступные для широкой публики помещения Останкинской башни, общая высота которой 540 метров, расположена ниже высоты Гальческой мачты. Верхний, третий этаж ресторана 334 метра, закрытая смотровая площадка 337 метров и открытая смотровая площадка 340 метров. Ретрансляционный центр в Галиче был почти полностью построен в 1991 году. Год развала Советского Союза. И неудивительно, что на тот момент не нашлось средств на завершение работы. Строительство было заморожено и, как обычно это бывает, объект начали потихонечку разворовывать. Кстати, сам проект центра за номером 7470 был разработан еще в 1984 году Ереванским отделением Государственного союзного проектного института. Расскажу пару слов о мачте. Площадка верхней секции, называемая в обиходе смотровой площадкой, расположена на высоте 333 метра 90 сантиметров. Так называемый шпиль мачты, являющийся на самом деле стволом антенны четвертого диапазона, состоит из двух сварных частей и имеет высоту немногим более 20 метров. Площадка обслуживания антенны четвертого диапазона, которую обычно называют верхней площадкой, имеет высоту 354 метра 9 сантиметров, а самый верхний ярус, крошечная площадка диаметром меньше 1,5 метра, возвышается еще на 2 метра, что составляет 356 метров 9 сантиметров. Мачта вместе с техническими строениями находится на балансе Костромского областного радиотелевизионного передающего центра, как объект незавершенного строительства, а проще говоря, как головная будка. В ноябре 2016 года баланс содержателя были изысканы средствами на демонтаж объекта, и 16 ноября был объявлен конкурс по поиску подрядной организации, которая будет выполнять демонтаж. 22 ноября были подведены итоги конкурса, и по их результатам определен подрядчик – закрытое акционерное общество SMF ТВ-связь из города Пенза. Стоимость договора на демонтаж объекта составляет 13 461 672 рубля. Максимальный срок, за который подрядчик должен завершить работу, определен в 211 дней со дня подписания договора. Таким образом, учитывая все возможные формальности, радиотрансляционная станция должна быть полностью снесена не позднее 11 июля 2017 года. Давай. Не знаю, что у меня записалось на GoPro, но потому как поднимается сюда, на эту площадку, мой напарник, можно судить об удобстве подъема. Вообще поразительно, каким идиотам пришло в голову спилить нормальную лестницу, заварить металлическими листами проем на площадку, что делает подъем просто более
опасным. А народ как лазил, все равно и будет лазить. А как тут дальше? На верхнюю ступеньку встаешь. Держишься. Теперь еще на самую верхнюю ступеньку и руки заносишь в это самое. Локтями упирайся, ты уже будешь надежно держаться. Да. Тут нет ни ограждения на этой площадке. В общем, подъем крайне-крайне неприятный. А дальше вот по этой жердочке он будет еще более неприятным. Точных данных о несчастных случаях на вышке нет. Объект часто использует бейс-джемперы для прыжков с парашютом. Однако из-за растяжек, которыми крепится мачта, объект считается весьма сложным. По слухам, в 2007 году один из бейс-джемперов разбился, выполняя прыжок. Пару лет спустя еще один бейс-джемпер зацепился парашютом за растяжки и, повиснув на них, остался жив. Поговаривают, что в 2015 году произошел еще один несчастный случай с летальным исходом. Несколько лет назад на территории передающей станции была выставлена охрана, но это не уменьшило поток желающих подняться на мачту, ведь и с охраной можно найти общий язык. Кому-то пришла в голову гениальная идея спилить пару пролетов лестницы, заварить подножие вышки и нижнюю площадку металлическими листами. Эта мера тоже не принесла результат, разве сделала подъем наверх более сложным и опасным. Сейчас листы, закрывающие путь наверх, выломаны, а отсутствующие лестничные пролеты заменяет самодельная конструкция из березового ствола с закрепленными поперек ступенями, сделанными из другого ствола меньшего диаметра. Все это держится на скотче и веревках, проворачиваясь в руках. Но это однозначно лучше и безопаснее подъема в период, когда только была спилена лестница. Ведь тогда приходилось карабкаться наверх, держась за каркас мачты и облезать заваренную площадку снаружи. Однако главное испытание было впереди. По мере подъема на лестнице и конструкциях мачты встречались все более массивные наросты из земли, а еще выше и льда, которые приходилось забивать, прилагая немалые усилия. И вся эта ледяная масса летела вниз на того, кто поднимался вторым. Усиливающийся ветер тоже доставлял немало неприятностей, но с этим можно было мириться. Ну что я вам скажу, товарищи, самый сложный участок мы уже преодолели, это осталось теперь только немного выносливости и порядка 300 с лишним метров наверх, около метров 20 мы уже оставили снизу, а виды отсюда уже открываются шикарные. Следующий момент.
Очень красиво смотрится вышка, вся покрытая инеем. Мы уже находимся выше уровня облачности, и видимость, землю видно уже весьма расплывчато. Вся вышка покрылась слоем инея, и тут уже начинается настоящая борьба со стихией. Приходится сбивать, когда лезешь. Открытую площадку. Сейчас мы сначала попробуем подняться на открытую площадку, потом на шпиль. А выглядит это вот так вот. Здесь такой а-ля корабельный люк. И дверь. Даже открывается и закрывается, несмотря на лютый мороз и ветер. Итак, мы дошли. Здесь жуткий ветер, еще сильнее, чем когда мы поднимались. И сейчас нам осталось подняться туда.
вниз, и внутри этой стелы будем подниматься на самую верхнюю площадку. Сейчас мы находимся на высоте 350 метров. Итак, мы на самом верху. Поднимались более 2 часов. В принципе, задача выполнена. Все-таки покорили мы эту вышку. Это был один из самых сложных объектов, на мой взгляд. Гораздо сложнее, чем многие речные объекты. И сейчас нам еще предстоит спуск вниз. Практически в полной темноте. Ну, на этом наше приключение благополучно завершилось. Сейчас нас ждет путь в Москву. Порядка 500 с лишним километров. Восхождение было очень непростым. Собственно, я для себя отметил, что гораздо проще проходить сложные реки. Во всяком случае, я себя там гораздо увереннее чувствую, чем вот так вот бороться с природой, со стихией ветра, со льдом. Но все благополучно закончилось, и эта высота взята. Всем пока. Оставайтесь с нами на канале. Подписывайтесь на наш канал. Будет еще много интересного. Ставьте лайки, кому понравилось это видео. Дизлайки, кому что-то не понравилось. До новых встреч.